То есть что, вас не проверяли? Да, пока третий. Меня слышно, нет? Ничего нельзя. Нас?
Блять, меня еще не слышно было? Нет. Я, короче, выиграл. Класс. На вторую имеется гонку. Сейчас третью едем. Я понял. Пока лидер в группе. А Баса с гостя вообще слили. Этот раунд. Да. Ты как, в атаку пошел или что? Или в финалке выиграл? Я за 200 с чем-то метров пошел. За 280, шиль. Mm-hmm. И потопил. Все деньги. Ну, у меня желтый было куча. Лагает, конечно, знатно. Костя решил сразу потопить. Вы с телефона? С телефона смотрите? Не через Wi-Fi? Не через Wi-Fi? Нет, я... Да, успейте? Блин. У него нормально, у меня так, третий, четвертый пока не очень. Я заблочили. Я четвертый сейчас. Меня какой-то француз, короче, заблочил, и у нас сейчас пока равенство. Я прям в него уперся, хотя я прям выходил, прям спокойно мог пойти, быть вторым. Хрен, не знаю там, как получится дальше. Посмотрим, что дальше по очкам. Не, у меня пиздец, надо сейчас выигрывать, чтобы проходить. Шансы есть, но не знаю, посмотрим сейчас. Решающая, одна из решающих. Представляешь, у нас теперь в субботу 5 роботов. Так, если должно было быть 6 роботов, а мы родной убрали, а поставили первых в субботу. Эй, Кэти, ты хочешь попробовать? Нет, я не знаю. Нет, у тебя моя пошла. Блядь, сука, меня заблочили. Я сейчас вообще последний, короче. Я пиздец, как заблочили эти. Сейчас надо... Блядь, после победы они прям меня... Прям сильно сливают. Против... Одну выиграл. О, молодец, как я тоже. У меня до этого вообще пятый был, нахуй, так что, блядь. Я сейчас пятый был, потом я одну выиграл, потом третий, четвертый. Короче, я все места, короче, уже успел занять. Кроме второго. Третий, четвертый, пятый, первый тоже.
Ну, да, мы с тобой одинаково идем. Все, сейчас у меня решающее. Да, у всех, наверное. Я четвертый. Сейчас четвертый я. Вообще баг пойму. Короче, я аут, походу. Шансов пройти у меня. Давай, 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 сука! Блять, сука, второй. Блять. Здесь же блочить можно, похуй, да? Здесь, по-моему, да. У меня, короче, все места. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, бля. Я уехал заранее, и меня догнали прям, сука, на финише двое. Я одного заблочил, один меня объехал, а третий в жопе остался. Один чуть-чуть объехал, блядь. Будет 19 или что-то типа такого. Агап с третьего места прошел. А, пойду покурю, короче, пока.
Нужно положить, пока она раскрыется. Оказывается, воровского лента прям близко. Близко, мы там шли, наверное, от ленты воровского в Ментейск. Да, даже не знаю.
Нормально двигаться. А завтра уже обязательно платишь? Ну, тут я в кармане пойдёшь. Я уже хотела. Там все потом украсить. Блин, что-то как засунул-то. Так он не включался. Ты что, больная, что ли? Ты как так засунул-то? Как не включался-то? Вообще, что ли, ненормально? Как можно было засунуть-то? Надо засунуть, что хрен вытащить теперь что-нибудь. Утюг.
Никон с кингмейкером в одной группе. И там еще флоксинг. Кингмейкер, Мико, флоксинг и Грут. Бать, вот тут конечно их свели. Еще Редмен и Томас. Ну, эти все равно послабже. Ну, Редмена я обыгрывал. Ну, с Редменом, ну, поэтому я, в смысле, я это знаю как. Это я сейчас Томасу одну очко проиграл, блядь. Как сильный Редмен. С ним не везло. Мне. Ну. Группа Б вообще, конечно, жесть. Кинмейкер, Мико, Флоксинг, Рот. Дамора я тоже. Ну, ты Дамора, я думаю, ты обыграешь. А, у этого Бас тем более. Не, ну это да, ну просто. Да и трек он особо вроде не ездил. В 17 году именно я его тогда выкинул. Пустил. Не то в полуфинал, не то в четвертьфинал, куда-то туда. Получается, два раза подряд с баса едешь? Да, два раза подряд он едет с баса. Меня он, кстати, атаковал. Потому что Джо атаковать любит Гильермо. Дедамор крысятничает. Тонио может тоже, по-моему, атаковать. Вот атакующий это ты, Джо и Тонио. Я вам сказал. А еще трое такие крыс. Стрим. Стрим идет, получается, да? Да, стрим идет, я смотрю стрим. Пошел, поехал. Ты видишь, Лаки, мы с тобой обидно вылетели, так что. Да я не, ладно. Победил, не прошел. Времени нет просто играть. Мне, по крайней мере, из-за этого, блин, где-то получается, где-то все уже. Просто не хватает этого. Игровой практики. Морально. Нет, ты нормально сейчас едешь, так что. Практики не хватает, и все. Мне сейчас в шоссе игровой практики не хватало раньше, но мы, у нас когда был шоссейный наш ребят, я еще как-то более-менее ехал. Бля, а ну-ка. Иди сюда. Хорош. Я сказал, что Дедамур. Да, Дедамур тут самый... Кто какой стал? Третий. А, ну нормально так. Это вообще нормально. Ну да, такое. Да. Да. Вижу, тут даже с победой можно не пройти. Не, первое, второе, третье место, считай, и все. Точно проход. Первое, второе, третье-то да. Даже первое, второе, четвертое, наверное. Потому что третье, первое, и сейчас будет как у меня получится. Что потом четвертым, пятым не будет. Давай, Рома, тащи. Один ли пошел?
Ах ты, блин. Ой, ёпки. Ой, ёпки. Так, ладно, пойду курить, смотреть. Потом подойду. Курить и смотреть. Так не понял, что случилось. Ой, смотри, у тебя такая же это. Как я проеду? Сдали. Давай, удачи. Перезаходи, перезайди. Нет, тормались. Сейчас обычка. О.
Еба. Вторым будешь, ну не. А, сейчас решающее. Сейчас первый, второй, да. Надо, чтобы Джо победил. Чтобы Джо победил. Дамор. Школьник. А ему тоже, он когда начинал, ему или 14, или 15, что-то типа такого. Давай. Щером. Я знаю. Но это... Сейчас вылетел. Ты видел, что он сделал? Он специально. Это можно прям подавать. Это апелляция, ну чистая. По мне. Специально. Я знаю, что. Но это игра против результата. Игра против результата. Ну, против результатов. Это, конечно, вообще жопа.